Имя – Олег Николаев. Отчество – Алексеевич. День рождения – 10 декабря 1969 года. Место рождения – Дёр, Чербай, Чувашская АССР. Знак зодиака – Стрелец. Восточный гороскоп – Петух. Карьера – политик, глава Чувашской республики. Олег Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночитайского района Чувашской АССР в чувашской крестьянской семье. Родители Алексей Тимофеевич и Валентина Федоровна Николаевы трудились в колхозе «Марксист» Красночитайского района. Отец водителем, мать рядовой колхозницей. Младшая сестра Людмила, брат Слава. Отец умер в 30-летнем возрасте от остановки сердца на рейсе осенью 1976 года, когда Олег Николаев начал ходить в первый класс. Его мать, оставшаяся с тремя малолетними детьми, умерла в том же году, в декабре. В дальнейшем Олег воспитывался в семье брата матери, Николая Федоровича Григорьева, с двоюродной сестрой Ниной Николаевной. Первый класс Олег Николаев начал ходить в школу, расположенную в соседней деревне Ямы. В школьные годы Олег Николаев занимался спортом, делал ежедневные утренние пробежки. В доме имели гири и гантели, которые имелись в доме у дедушки с отцовской стороны, любил чувашский танец, много читал, трудился в колхозе и в колхозном дворе. С 5 класса начал посещать школу, расположенную в соседней деревне Новые Атеи. Как утверждает заслуженный учитель Чувашской республики М.М. Волкова, ее выпускник Олег Николаев учился только на отлично. В свидетельстве об окончании восьмилетки имелось 2 четверки, в том числе по немецкому языку. В сельской местности рос до 8 класса. С 1985 по 1989 год учился в Чебоксарском строительном техникуме Минстроя СССР, в котором получил среднее техническое образование по специальности техник-строитель промышленного и гражданского строительства. На летних каникулах работал на строительстве фермы в деревне. В апреле 1989 года был принят на должность монтажника железобетонных конструкций Су-15 в Сомановицкой, Чебоксары. С мая 1989 по май 1991 года проходил срочную службу в рядах Советской армии. В армии дослужился до старшего сержанта, заместителя командира взвода. Получил специальность радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса. После демобилизации вернулся в родную деревню и некоторое время с односельчанами занимался строительством домов в соседней Мордовии. Профессиональная деятельность. С августа 1991 по 1992 год работал в Чебоксарах в должности монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций Су-17 производственно-строительного объединения «Монолитство». С 1992 по 1995 год работал в ТО «Центр охраны и безопасности», «Бодигард ЛТД» водителем-телохранителем, ВАО «Текстильмаш» охранником службы безопасности, в ТО «Восход-1» Урмарский район, в должности техника-строителя и с июля 1995 года в должности главного бухгалтера. В дальнейшем перешел в ООО «ПРВ Спецвястрой» Урмарский район на должность главного бухгалтера. С 1996 по 2000 год работал главным бухгалтером, заместителем директора с января 1997 в строительно-телекоммуникационной компании ЗАО «Производственно-строительная фирма» «Телефонстрой», Новочебоксарск, в создании которого участвовал сам Олег Николаев. В 1998 году в Чувашском государственном университете И.Н. Ульянова получил диплом о высшем образовании по специальности «Экономическая теория», квалификация «Экономист». В 1999 году в этом же вузе проходил курсы обучения по федеральной программе подготовки управленческих кадров, прошел годичную стажировку в Германии в рамках президентской программы реструктуризации деятельности промышленных предприятий. После года стажировки правительство Германии объявило конкурс с целью проверки полученных знаний. Грантовая комиссия присудила первую премию проекту, которая была реализована фирмой Олега Николаева ЗАО ПЭВС «Телефонстрой». В
конце 90-х на базе оборудования немецкой фирмы в Новочебоксарске была произведена замена всех систем телеприема на кабельное телевидение. В городе впервые была построена сеть, которая позволяла разделить частоты и обеспечить прием обратного сигнала. Получил дополнительное образование по президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, а также в Федеральной службе России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению по временной типовой программе обучения специалистов по антикризисному управлению в 1999 году. В 2000 году по рекомендации депутата Госдумы Анатолия Аксакова возглавил ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Чебоксары», учрежденную компанией ЗАО «ПЭВС Телеконстрой» и Республиканским фондом поддержки малого предпринимательства Чувашской Республики, работал в должности директора до 2002 года. Государственная и политическая деятельность в Чувашии. В январе 2002 года по рекомендации Анатолия Аксакова был принят на государственную службу в кабинет министров Чувашской Республики правительства Н.Ю. Портасовой, руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности Министерства экономического развития и торговли. С января 2003 года занимал также должность заместителя министра экономического развития и торговли. В министерстве должен был заниматься созданием механизмов развития малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, внешнеэкономических связей и развитием народных промыслов. Должности в министерстве Олег Николаев занимал до октября 2004 года, после чего перешел в структуру предпринимателя Ф. Ермолаева в ОАО «Контур» Чебоксары на должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию. В 2004 году вернулся в ЗАО «ПЭВС Телеконстрой», где до 2008 года работал в должности заместителя генерального директора. Позже Олег Николаев работал в строительной компании ООО «Алза» заместителем директора по экономике и финансам. До 2007 года был членом Народной партии Российской Федерации, куда вступил по рекомендации Анатолия Аксакова. В 2007 году стал членом политической партии «Справедливая Россия», в состав которой вошла Народная партия Российской Федерации. С 2008 по 2009 год работал в НКО «Ассоциация региональных банков России» на должностях директора Центра международных связей, вице-президента, директора Центра международного сотрудничества. С 2009 по 2011 год управляющий операционным офисом Чебоксары филиала номер 6 АКБ «Мособлбанк» ОАО с 2011 по 2013 год в должности директора филиала номер 19 АКБ того же банка. В 2011 году баллотировался в депутаты Государственного совета Чувашской Республики 5-го созыва от партии «Справедливая Россия». В результате распределения мандатов был избран депутатом регионального парламента. Был членом Комитета Государственного совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам и Комитета Государственного совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Исполнял депутатские полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы. С февраля 2013 года работал в ООО «Банк Открытие» руководителем проекта управления оптимизацией операционно-технологических процессов операционно-технологического блока «Москва». В 2015 году работал руководителем проекта управления оптимизацией операционно-технологических процессов Баухан-Ты-Мансийский банк «Открытие» «Москва». В сентябре 2015 года баллотировался на должность главы Чувашской Республики и одновременно выдвигался в депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов, в результате выборов набрал 14,7% голосов избирателей на выборах главы республики, прошел в депутаты городского собрания, но от мандата отказался, оставшись депутатом парламента республики. 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Государственный совет Чувашской Республики 6-го созыва от регионального отделения партии «Справедливая Россия». Был первым номером в едином списке кандидатов партии. Баллотировался также по Ядринскому одномандатному избирательному округу номер 9.
после избрания от места в чувашском парламенте отказался в связи с избранием в Госдуму. В 2016 году Олег Николаев имел статус индивидуального предпринимателя. С июля по сентябрь 2016 года работал советником генерального директора АО «Российский аукционный дом», депутат Государственной Думы. Одновременно 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы 7-го созыва от партии «Справедливая Россия». Баллотировался в составе федерального списка кандидатов, первый номер в региональной группе номер 10, а также по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38. По итогам выборов получил место в Госдуме по списку партии. В одномандатном округе занял второе место с результатом 11,99% после кандидата от «Единой России» Леонида Черкесова – 46,77%. В Госдуме занял должность заместителя председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросом и вопросом депутатской этики. Один из авторов закона о предустановке российского ПА на импортные телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV. 22 января 2020 года был назначен на должность председателя комитета Госдумы по делам национальности. 29 января 2020 года сложил полномочия депутата Госдумы в связи с назначением на должность в РИО главы Чувашской Республики. Освободившийся мандат депутата Госдумы был передан депутату Госсовета Чувашии Игорю Малякову, глава Чувашской Республики. 29 января 2020 года указом президента Российской Федерации В. Путина Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики после отрешения от должности Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Николаев свое назначение в РИО главы Чувашии прокомментировал так: «Честно говоря, эмоции меня переполняют. Я простой сельский парень, никогда и не мечтал попасть в Кремль, пожать руку президенту страны. С момента назначения приступил к формированию нового состава Кабинета министров Чувашской Республики. По предложению Олега Николаева депутат Госдумы Анатолий Аксаков стал главой создаваемого при главе Чувашской Республики совещательного органа Общественного совета по экономическим вопросам. При формировании нового правительства Чувашской Республики используют кадры предыдущих составов Кабинета министров Чувашской Республики, в том числе являющиеся членами партии «Единая Россия». 6 февраля 2020 года принял на себя исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики, сменив на этом посту И. Б. Моторина. 15 февраля 2020 года сложил с себя полномочия руководителя Чувашского регионального отделения партии «Справедливая Россия», заявив о том, что на выборы главы Чувашской Республики в сентябре 2020 года будет выдвигаться в качестве самовыдвиженца. В ходе единого дня голосования в сентябре 2020 года на выборах главы Чувашской Республики Олег Алексеевич, набрав 75,61% голосов при явке 55,51% от общего числа зарегистрированных избирателей, опередил всех своих оппонентов, одержал победу и стал руководителем региона. Инаугурация главы республики была запланирована на 22 сентября 2020 года. В 2021 году полномочия председателя Кабинета министров Чувашской Республики временно передал первому заместителю председателя Кабинета министров Чувашской Республики М.Г. Ноздрякову. Семья. Женат вторым браком. От первого брака с Ольгой Геннадьевной Николаевой, проживающей в городе Чебоксары. Есть сын Олег и дочь Ольга, которые после расторжения брака проживали с матерью. Вторая жена Наталья Алексеевна Николаева, до замужества Романова, уроженка города Чебоксары, род. 6 марта 1976 года, с которой Олег Николаев воспитывает двоих совместных детей, сын Максим и дочь, а также дочь от первого брака Натальи Алексеевны.
По словам Натальи Алексеевны, дети Олега Николаева от первого брака часто бывают у них в гостях. В 1997 году Наталья Алексеевна окончила Чувашский государственный педагогический институт имени И.И.А. Яковлева, где получила профессию учителя начальных классов. Работала педагогом-психологом в Чебоксарской средней школе номер 45. В течение 3 лет проработала ответственным выпускающим радиостанции «Ваше радио» в ГУБ ГТРК Чувашии. Занимала должность заместителя директора ООО «Милан» «Цветы Чебоксары». Работала в Чебоксарском филиале АКБ «Мособлбанк» ООО в качестве ведущего специалиста по рекламе. Член партии «Справедливая Россия». В 2015 году стала учредителем и возглавила благотворительный фонд развития. В 2015 году Наталья Николаева являлась кандидатом в депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов от партии «Справедливая Россия». В 2016 году от той же партии участвовала в выборах в Государственный совет Чувашской Республики 6-го созыва. С 24 июня 2020 года председатель ЧРУА «Союз женщин Чувашии». По состоянию на август 2015 года, когда Олег Николаев дал интервью в рамках предвыборной кампании, старшему ребенку, сыну, было 16 лет, младшей дочери было 3,5 года. Отец Олега Николаева, Алексей Тимофеевич Николаев, работал водителем в колхозе «Марксист» Красночитайского района Чувашской АССР. Умер в 1977 году Валентина Федоровна Николаева, урожденная Григорьева. В том же колхозе работала рядовой колхозницей, умерла позже. Дед Олега Николаева, Тимофей, дважды участвовал на выставках в Москве на ВДНХ. Бабушка была дочерью содержателя торговой лавки. В Чебоксарах проживают 2015, старший брат и младшая сестра Олега Николаева. Летом 2020 года в целях увековечивания памяти Н.Ф. Григорьева создано памятное место «Стелла из природного камня» на окраине деревни Кашлауши Красночитайского района, где родился и вырос Н.Ф. Григорьев. Памятное место создается под контролем родного брата Николая Федоровича, Геннадия Федоровича Григорьева, 1949 года, почетного энергетика Чувашской Республики, 1996 год, частная жизнь. Свободно владеет родным чувашским языком, изъясняется по-немецки. Православный. В молодости увлекался легкой атлетикой, боксом, борьбой, восточными единоборствами. Не курит. Любимый фильм «17 мгновений весны». Любит баню, сам топит. Чувашия и семья Олега Николаева проживает в частном доме, расположенном в закрытом, ограниченном для входа въезда, элитном коттеджном поселке Западное, застроенном в лесном массиве к северу от деревни Чандрово, в 300 метрах от Ядринского шоссе города Чебоксары. Юридический поселок относится к находящемуся в 5 километрах западнее селу Хыркасы Чебоксарского района. Николаев участвует в донорском движении. 2 раза принимал участие в акции «День донора» в Государственной Думе. Доходы и имущество. В 2016 году Олег Николаев заработал 3 миллиона 77 тысяч рублей, в 2017 году 4 697,9 тысяч рублей, в 2018 году 4 809,6 тысяч рублей. Его вторая супруга 150 тысяч 100 217,4 тысячи рублей соответственно. Олегу Николаеву принадлежит автомобиль Hyundai AX55, жене Nissan Micra. Пока Николаев был депутатом Госдумы, семья Олега Николаева пользовалась квартирой площадью 168,20 квадратного метра в Москве. На супругу записан дом площадью 240 квадратных метров и земельный участок для ведения дачного хозяйства площадью 800 кв. м. Также между супругами и 3 детьми от 2-го брака. Равными долями разделен участок для ИЖС площадью 1200 кв. м. Критика и отзывы. Ряд общественных структур критикует Олега Николаева за то, что, будучи депутатом Госдумы, он инициировал законопроект, согласно которому изучение национальных языков в республиках Российской Федерации должно быть добровольным,
по желанию школьников и их родителей и не в ущерб освоению русского языка как государственного языка России. Против принятия закона выступали ряд общественников в национальных республиках. Руководитель Чувашского общественного объединения «Пограничное братство» Юрий Осокин пояснил, что принятие закона может привести к тому, что дети не будут знать своих родных национальных языков, основу своей национальной культуры. Законопроект направлен против родных языков субъектов РФ. По словам лидера фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании депутатов Дмитрия Евсеева, если закон будет принят, совершенно непонятно, что будет с армией школьных учителей и с профильными факультетами в педвузах. Координатор комитета гражданских инициатив в Чувашии Игорь Михайлов отметил, что среди чувашских национальных организаций, а также преподавателей чувашского языка, не наблюдается консолидации и четко выраженной позиции. В ответ на критику Олег Николаев отметил: «Я являюсь соавтором поправок в закон об образовании, который почему-то некоторые называют законом об языках. Кое-кто утверждает, что этими поправками мы ущемили национальные языки, а на самом деле мы их защитили, обеспечив 4 часа на их изучение в федеральной части образовательного стандарта. А самое главное, создан фонд сохранения и развития родных языков». Олега Николаева критикуют также за поддержку закона о гласности переписок в мессенджерах, из-за чего в России у Telegram возникли проблемы. Секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юрий Кислов приветствовал назначение члена партии «Справедливая Россия» Олега Николаева на должность в РИО главы Чувашии. «Меня обрадовало, что «Справедливой России» Путин доверил попробовать Чувашию порулить. Обычно она была в оппозиции и только ругала власть, а теперь надо поработать и показать, насколько они это умеют делать. Если они умеют работать, чуваши от этого получат плюсы, я думаю. Больше, чем раз Путин доверил. Значит, все просчитано, и все будет хорошо». По сообщению газеты, завтра новый глава Чувашии целиком ориентируется на другого чуваша, тяжеловеса федерального уровня Анатолия Аксакова. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков дал комментарии РИА Новости. «Мы рассчитываем, что достаточно в короткий срок республика начнет демонстрировать поступательное движение вперед. Одна из самых будет динамичных республик, я в этом уверен. Николаев сможет объединить все здоровые силы в республике, вне зависимости от партийной принадлежности, и будет требовать не партийной принадлежности, а профессионализма и работы на благо республики». Профессор ЧГУ Ульянова Владимир Васильев, комментируя назначение Николаева, в первую очередь обратил внимание, что у Николаева отсутствуют связи с бизнес-кругами Чувашии. Чебоксарский журналист Александр Белов отметил: «Местные власти достаточно ревниво относились к его деятельности. Ему не просто было организовывать встречи с избирателями, а руководителей предприятий, которые обращались к нему, порой даже наказывали. А вчера в Чебоксарах даже были салюты, которыми горожане отмечали не только отставку Михаила Игнатьева, но и назначение нового в РИО. Награды и чин. Благодарность главного федерального инспектора Чувашской республики. Знак «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2001 году. Благодарности Минэкономразвития Чувашии в 2002-2004 году. Памятная медаль КСИКС Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в ГСОЧИ в 2017 году. Благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2018 году. Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2019 году. Действительный государственный советник Чувашской Республики Аяя класса 2003. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. Огромное спасибо за просмотр.